Мариан Лангевич, польский революционер, генерал. Биография. Родился в семье врача в Кратошине, учился в Познане, Бреслау и Праге. Некоторое время служил в прусском ландвере, затем в прусской гвардейской артиллерии, вышел в отставку и уехал в Париж. Преподавал в военной школе, созданной Людвигом Мирославским, однако уволился из нее из-за личной неприязни и разногласий с последним. В 1860-1861 годах участвовал в экспедиции Гарибальди против Неаполя, остался в Италии и преподавал в польском военном училище в Куньо, основанной для подготовки офицеров будущего польского восстания из молодых поляков, участие в восстании 1863 года. Во время польского восстания 1863 Лангевич, 9 января назначенный начальником Сандомирского воеводства в звании полковника, принял командование над собранными в Южной Польше повстанческими отрядами. 23 января 1863 года представлен к званию генерала. Скрывшись в лесах у Ванхацка, Лангевич собрал и организовал отряд численностью более 3000 человек с 5 пушками. Фактически руководитель восстания с 24 февраля 1863 года после бегства Людвига Мирославского, однако официально был провозглашен диктатором восстания лишь 11 марта 1863 года, так как за несколько дней до этого Мирославский, находившийся уже в Париже, через письмо неохотно порекомендовал назначить своим преемником Лангевича. После ряда сражений с русскими войсками он был окончательно разбит при Хробрже и Гроховийска. 19 марта 1863 года, сняв с себя все полномочия, бежал в австрийскую Галицию. После восстания арестован австрийцами, на следующий день, 20 марта 1863 года, был приговорен к 2 годам заключения в крепости Азевштадт. В 1865 был выпущен на свободу и поселился в Золотурне. В 1867 поехал в Турцию, где служил в турецкой армии под именем Лангебей. Пытался организовать при турецкой армии польский легион. Умер в нищете и безизвестности в Стамбуле в 1887 году. Похоронен на кладбище Гейдар-Паши рядом со своей английской женой Сюзанной.